От старшего поколения младшему. Областной совет ветеранов принял участие в республиканской акции «Дорога в школу». Сегодня в гостях у них побывали семьи, которым они помогли, и наша съемочная группа. Канцелярские товары, яркие рюкзаки и, конечно же, сладости. Такой подарок 5 малышей получили ко Дню знаний от областного совета ветеранов. Мы общественная организация, мы пенсионеры, поэтому такую большую поддержку мы оказать, конечно, не можем. С ног до головы одеть и так далее обуть. Но какую-то помощь окажем в виде приобретения канцелярских товаров, например, сумки и так далее. Я думаю, что и наша инициатива будет поддержана и другими общественными организациями. Ветераны помогли многодетным семьям и матерям-одиночкам. У Эльвины Аблязизовой трое детей. И все они школьники. Подарок достался самой младшей, Азизе. Она идет в подготовительный класс. Мне не хватает слов, чтобы выразить свою благодарность. Мне очень нужна была эта помощь. Я воспитываю детей одна. До сих пор еще ничего им не купила в школу, так как временно сижу без работы. А ветераны, кажется, вошли в привычную им роль бабушек и дедушек. Все внимание и заботу дарят своим маленьким гостям. Помогли им собрать рюкзаки и, конечно же, дали напутствие в новый учебный год. Шанслу Тестимирова, Михаил Казначеев, новости МТРК.